Как понять, что у вас живот сорван? На самом деле тоже такую диагностику провести совсем не сложно. Нужно лечь на спину и руками вот так от лобковой кости снизу вверх в сторону пупка по центру, по центральной линии, посерединке вот так вот попробовать, надавив вот так туда над лобковой костью. Глубоко вот до упора надавливаете, а потом попытаетесь поднять вот это все сюда, вверх, к пупку. Вот. Если у вас живот не сорван, то совершенно спокойно вот это движение вы до пупка совершаете. А если он у вас сорван, то вы доходите там до какого-то момента, там примерно до середины расстояния до пупка. И как будто упираетесь во что-то. То есть чувствуете, что ткани там напряжены.